холле Солигорской детской музыкальной школы искусств гостей встречала благотворительная выставка «Свет моей души» – отделение дневного пребывания для инвалидов Солигорского центра социального обслуживания населения. Все, что на ней представлено, сделано руками людей с ограниченными возможностями, с душой и любовью для нас с вами, чтобы мы могли порадоваться милым, приятным глазу вещицам и удивиться таланту людей, которых в жизни порой не замечаем, а если и замечаем, то ничего не знаем о них. Тематика выставки абсолютно разная. Есть и новогодние прелести. Все это можно купить по дешевой цене и таким образом принять участие в благотворительности. Был большой у нас спрос. Я надеюсь, что и так будет продолжаться. Мы ждем вас, потому что мы с большим сердцем и с большой душой делали, ребята, наши эти подделки. Очень кропотливо, очень ждут, что вы что-нибудь у нас приобретете. На учете в Солигорском городском обществе инвалидов состоит 513 инвалидов 1, 2 и 3 групп и 35 инвалидов детства. Это категория людей, которым оказывает помощь государство и общественность, не остаются в стороне предприятия и организации района. Я очень хочу поблагодарить организациям, тем, которые оказывают нам помощь. Самое главное, чтобы наши инвалиды адаптировались в обществе. В актовом зале начинается концерт. Со сцены звучит много добрых слов присутствующим. И музыка. Поют и танцуют дети и взрослые. Настроение у публики превосходное. Они поддерживают артистов аплодисментами и вместе с ними поют свои любимые песни. В репертуаре певцов песни о жизни, любви, встречах и расставаниях, жизнеутверждающие песни, которые публика принимает с пониманием и оптимизмом. Светишь, жизнь прекрасна.